Проникновенные и нежные, радостные, приветливые, веселые и задорные. Настоящее разноцветие песен звучало на гала-концерте фестиваля-конкурса «Лира-2017». 16-й по счету, он каждый год не перестает удивлять мастерством хорового пения как зрителей, так и компетентное жюри. Я абсолютно счастлива, потому что считаю, что уровень за год вырос. И сегодня мы это почувствовали по необыкновенной музыкальной атмосфере, по тому, как ребята, наши замечательные исполнители, молодые певцы, с душой, с открытым сердцем исполняли свои любимые произведения. Сегодня я могу сказать, что самые красивые и самые счастливые – это, конечно, наши педагоги, потому что это результат их большого труда. И он действительно хорош, и он действительно находится сегодня на высоком уровне. За два конкурсных дня, предшествующие гала-концерту, участие в фестивале приняло более 350 школьников из всех учебных заведений округа. Каждый коллектив выступал в одной из четырех номинаций – «Песня о родине», «Об экологии», «Современная школьная песня» и «Русская народная». Но народный жанр, он самый сложный. Не так много было представлено музыкальных номеров, но они очень яркие и красивые. Обработку народной песни представила первая школа. Учитель Елена Николаевна Камягинская. И восьмая школа представила целый ансамбль народных инструментов, хор. Яркое зрелище. Каждое выступление получилось ярким и запоминающимся. Зрители с воодушевлением аплодировали и подпевали. Но признание зала для конкурсантов вовсе не главный стимул для участия в этом ежегодном мероприятии. Ну, можно научиться хорошо петь. Да, научиться чему-то новому. С каждым разом все опытнее и опытнее. За руки возьмемся, встанем в круг. Каждый человек человеку друг. За руки возьмемся, пусть пойдет по земле огромный хоровод. Повышение уровня мастерства – одна из задач фестиваля. По словам организаторов, он станет своеобразной ступенькой для лучших исполнителей и позволит принимать участие в областных и всероссийских конкурсах.